«Москвич МЭК» совместно с «Москвой глазами инженера» запускает серию экскурсий по закрытым особнякам, доходным домам Москвы. «Москвич МЭК» рассказывает о том, что делает Москву самым лучшим городом на Земле. Для нас важно, чтобы современный горожанин чувствовал пульсацию города с нашей помощью, любовался его красотой и уникальностью, и восхищался этими объектами и творцами, которые делают его таким. Мы искренне любим наш город и хотим пригласить вас на экскурсии по московским особнякам с уникальной историей и географией. Сегодня у нас экскурсия только для подписчиков журнала «Москвич МЭК». Они сюда придут, и мы вместе прогуляемся по этому прекрасному особняку, и они смогут увидеть то, что закрыто для многих других. Мы сегодня находимся в особняке Смирнова. Это один из самых красивых особняков Москвы, который вот сохранил свое великолепие, и поэтому мы его и выбрали. То, что у нас осталось там с позапрошлого или с прошлого века, эти особняки, большая часть они находятся под ведомствами, то есть что-то отдано посольством, либо министерством и так далее. И туда вход вообще практически запрещен. А эти особняки, они как-то остались относительно в открытом доступе, то есть они не совсем закрыты, но не открыты тоже как бы полностью. Мне очень понравилось. Экскурсовод своим энтузиазмом зарядил на весь день. Отличная экскурсия. Я давно являюсь подписчиком «Москвич МЭК», поклонницей «Москва глазами инженера», и стараюсь не пропускать новинки, новые экскурсии. Очень люблю экскурсовода Ксению, которая сегодня нам провела замечательную экскурсию по потрясающему особняку. Я думаю, что такие экскурсии, конечно, будут привлекать множество людей. Это очень интересно и правильно. Так держать. Чтобы попасть на экскурсию, вам нужно подписаться на рассылку «Москвич МЭК» и следить за новостями. Дерзайте, подписывайтесь на журнал «Москвич МЭК». Читайте «Москвич МЭК», подписывайтесь на нас, следите за новостями.